Мы находимся на Кургане. Это один из моих любимых памятников. Я горжусь то, что этот человек родился на нашей карельской земле, и он стал олимпийским чемпионом. Но речь мы сегодня поведем о другом, что сегодня не всегда побеждает именно сильный человек, именно сильный спортсмен, например, наш Большунов или наш Иван Терентьев. А сегодня очень часто побеждает тот, у кого самое крутое оборудование, самое крутое снаряжение. Снаряжение, которое выполнено по самым современным технологиям. Вы знаете, что было очень любопытно в свое время и что случилось именно в Карелии? В Карелии на Сартовальском лыжном комбинате с помощью технологии, вот покажу вам, камня шунгита, были выполнены такие полозья лыж, которые на конкурсе в Оберсдорфе обогнали и Фишер, и Розиньол, и Карху. Все лучшие марки мира были на этом конкурсе. Конкурсе не лыжников, а именно лыж одержали первое место. Человек, который придумал вот на основе этого докембрийского нашего чудо-камня, это Алексей Овчинников. И он за эту разработку потом получил Героя соцтруда. Вот это в нашей спортивной истории карельской. Но почему-то эти достижения заброшены на полку. Почему-то они не имеют своего продолжения. Наверняка все эти чертежи, эти формулы лежат. Почему бы не взяться? И действительно, сегодня мы очень часто в СМИ слышим курган, биатлон, лыжи, трасса. Мы ждем от наших карельских спортсменов результатов. Давайте им поможем, если такие разработки есть. Есть камень, шунгит, есть чертежи Алексея Овчинникова. Осталось только выполнить лучшие лыжи в мире.